Добрый день, милые дамы и уважаемые господа. С вами Светлана Амельянца, автор проекта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. В этом видео я хочу с вами поделиться одной идеей, которая пришла мне в голову после того, как мы связали одну из черепашек на вязальной машине. После того, как мы связали первую черепашку, я приклеила к ней глазки, которые мне принесла Наталья. Оказалось, что для второй черепахи глазок у меня нет. И я скорее побежала в галантерею, которая находится рядом. Магазин у меня очень богатый, чего только в нем нет. Рукоделия. В том числе глазок. Огромный ассортимент, целая витрина. Глазки, которые мы использовали на вот этой черепашке, стоят 10 рублей. А также там ассортиментный ряд был от 5 миллиметров до 20 миллиметров по цене от 10 до 50 рублей за пару. Когда я стала набирать и такие глазки, и такие глазки, и такие, у меня получилось 100 рублей за 5. Я вспомнила, что все вот эти дешевые товары покупаются на Алиэкспрессе. Я купила себе 3 комплекта. На случай, если заказ мой потеряется, побежала домой на Алиэкспресс для того, чтобы заказать прямо с него то, что мне нужно. Заходя на сайт, вы только начинаете набирать глазки, и вам сразу же предлагается глазки для игрушек, для кукол. Это то, как позиционируют себя продавцы. Посмотрите, сколько магазинов, которые использовали этот тег «глаза для игрушек», либо «глазки». 1 264 000 магазинов, в которых можно купить эти глазки. Куда бы вы ни ткнули, вы попадете. Так вот, смотрите, 200 штук, 65 рублей. Один набор глазок стоит 32 копейки. Не 10 рублей, не 15, не 18. Если вы зайдете сюда, то вы увидите, что размеры от 5 миллиметров, 7, 10, 12, 15 миллиметров. То есть здесь вот как бы россыпью они такие, эти игрушки. Добавлять в корзину, тем более, если еще и скидка есть. Если вы посмотрите, то увидите, что эти глазки можно купить в огромном количестве с совершенно разными свойствами. Пластиковые защитные для кукол, для более интересных игрушек. А вот эти можно купить даже за 1000 штук, за 70 рублей. Но это очень маленькие глазки, 3 миллиметра. То есть для совсем каких-то малюсеньких игрушек. Я заказала и вот такие глазки тоже. 200 штук, 8 миллиметров, они еще и с ресничками. Стоимость их 113 рублей за 200 штук. Поэтому, если вы занимаетесь с детьми рукоделием, вы можете приобрести эти глазки и вместе с ребенком в огромном количестве лепить их туда, куда вам нужно, не жалея. Я надеюсь, что эта информация будет вам полезна. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, добавляйте в избранное, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на наш канал и приходите на наши вязальные посиделки, на которых мы вяжем оригинальные дизайнерские изделия, в том числе авторские игрушки.